Думаю, что самая главная мысль – показать, что наука, а следовательно обсуждение актуальных проблем права, причем в контексте сравнительном, то есть в контексте мира, происходит не только в столице, а и в центре страны. И вот существуют известные форумы, которые проводят столичные вузы, и мы все-таки решили показать, что центр страны, а и Тюменский университет – это тоже одна из главных площадок, на которой обсуждаются вот эти очень важные проблемы. Не случайно и второй раз уже очень живой интерес к нам проявляют коллеги-юристы из многих стран, причем, подчеркнем, начиная от Южной Африки и Аргентины, заканчивая Китаем, и я уж не говорю о Европе. Второй раз, причем живой интерес проявляет, приезжает, с удовольствием делится опытом и слушает наш опыт, наших докладчиков. Ну вот так. Потом иметь в виду надо, конечно, вот нашу глобальную программу 5.100. Соответственно, отсюда для нас изменился мир, изменились задачи. Университету важно, безусловно, осваивать новые ориентиры, горизонты.